уже решили? Это кто так решил? Да ё-моё, сейчас вообще не до этого. Так, Яндекс, просто уехать отсюда и всё. Значит, всем привет. Нахожусь в Бельском кинотеатре «Патрия». Все знают его историю, что много лет он был в частном. После развала Союза, значит, предыдущий владелец заложил его в банк. Другие бизнесмены его выкупили. Значит, я сейчас нахожусь вместе здесь с владельцами здания. Смотрю, как она сохранилась, они отремонтировали кровлю. Да, тут нужно провести кое-какую работу, но большая часть оборудования осталась. Вот нам уже сейчас включили просто включили там какой-то фильм. Но вот именно то, что касается, если нужно там покрасить потолки, потому что они кровлю отремонтировали, но тут где-то что-то протекало. Потолки покрасить, а так зал в очень хорошем состоянии. Его очень быстро можно подготовить к работе и запустить. Поэтому, как и обещал, я сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы кинотеатр вернулся и стал собственностью города как можно быстрее. Мы обсуждаем с владельцами здания, которые хотят открыть Макдональдс. Бельцы хотели открыть его в здании кинотеатра. Мы обсуждаем возможность обмена на другой участок города для того, чтобы здание кинотеатра передали, вернули городу для того, чтобы кинотеатр стал муниципальной собственностью. Поэтому вот примерно у нас такие планы. Еще раз покажу. Получается 650 мест. Кресло все сохранилось в очень хорошем состоянии. Значит, очень комфортные, удобные диваны. Вот я покажу даже. То есть их вообще не нужно трогать, переделывать. Очень комфортные сидушки. И даст Бог, у нас будет самый большой кинотеатр в стране. Да, нужен серьезный проигрыватель, потому что предыдущие владельцы его забрали, сейчас нет времени, но самое важное, что сохранился экран, он очень хороший, очень хороший. И тут все оборудование есть для того, чтобы 3D показывать, и не только 3D. Поэтому пошел от имени всех вас продолжать переговоры. Как я и говорил, уверен, что вместе с вами у нас все получится. Вот, привет поэтому вам из кинотеатра «Патрия» Бельцев. Очень надеюсь, что скоро будет первый показ фильма, и кинотеатр будет наш. Всем спасибо, увидимся.